corso. Вот эти дни здесь был ливень жуткий, мы его застали, и настолько вода вот поднялась, что даже вот выйти не получается на мостик этот, потому что все затопило водой. Вот так вот, так что наслаждаемся видами с лесенки. Ливень нас застал врасплох. Короче, мы вернулись обратно в кафе, такое этническое. Заказали в бамбуке курицу. Сейчас вам принесут ее, попробую. Мне ее рекомендовали. В этом кафе люди прям живут. Вот. Вот там вот готовят. Пойду поснимаю, покажу. Ноги в хлам все высохли. А? Такая вот тут атмосфера. Сейчас будет порядок. А, на резиночку решила поменять. Готовится наш супчик. Бамбуковых таких вот стеблях. Идет дождь. Дождь не прекращается лить. Мы все вымокли. До дома недалеко. До дома недалеко, но ладно, это отпуск, гулянка такая. Главное на листе салата. Ага.
Вау. Ну что, пробуй. Вкусно? Ну вот. Второе блюдо, это локальные, типа овощи, не овощи, это какая-то трава, короче. Ну ничего, в принципе, можно поесть. Это просто для того, чтобы галочку поставить, попробовать местные какие-то вот, местную еду, которую мы больше нигде не попробуем. Ну кто тут едет? Урги едет. Ушатая. Подожди, я сейчас встречаю. Борги. Борги. Ну что, едешь, едешь? На транспорте. Ты лопастик. Ну вот, а также здесь в хостеле делают ужины, можно заплатить 30 юаней и вместе все поужинать. Ну, кухня здесь достаточно обычная, поэтому мы не стали заказывать здесь и пошли поели то, что поели сегодня. А этот чувак меня боится. Хочу его сфотать, он против всегда категорически. Thank you.